игрового дня в Смоленске. Панкевич открывается под передачу партнера. Ложный замах, подача, удар по воротам, Александрин! И будет ли удар? Отметим действия Никиты Панкевича. Возникают определенные проблемы. Ковалев. Вновь нет положения вне игры. Максим Ковалев на грудь. Манге проходит соперника, входит в штрафную площадь. Будет ли удар по воротам? Еще попытка. Тот шанс для Орла убежать в контратаку. Опасный момент. Троем выходят к чужой штрафной. Скидка. Удар по воротам. Соколов и гол! 1-0 Орел ГУ. Я так понимаю, мяч будет записан на Егора Ручкина. Первый раз последовала неточная передача. Здесь разобрались. За яйца. Ну и на воротах у Орла. Не Куртуа, но 1-1. Сергей Стыдко и форвард ГАВ КСТ сравнивает счет на 35-й минуте. 1-1. Панкевич еще. Подача. Удар по воротам. Александрин. Браво. Браво, Александрин, один из героев. Национальная студенческая футбольная лига представляет 5-й юбилейный сезон. 800 футболистов, 198 матчей, 29 команд, 2 группы, 1 чемпион. Мы зажигаем новые звезды российского футбола. Леонид Зыбин. Еще не эффект. Еще было сыграно, сбрасывает мяч Роберти Максименкову. Удар по воротам. 2-1. Илья Максименков. Ну, конечно, отметим ошибку Александрии Роберти. Орёга У. Вот сейчас хороший момент. Удар в ближний угол. Не парень. Очень опасно. Удар по воротам. Только ничего не получается. А вот сейчас опасный момент. Максим Николаев входит в штрафную площадь. Разворачивается. Удар Соколов. Вот это момент. Александр Соколов, брависсимо. Пытался ворота поразить, не удалось. Браво, Александр Соколов. Опять-таки получилось сократить кулак стрел. Подача. На дальнюю удар. Мимо ворот. Получается, получается. Создавать моменты. И Орел ГУ, если Смоленск не забьет. Конкретно рисуют руками. Порядок действий, удар. Уверен. Игра, подача. Александрин выбирается. Это победа мяча в исполнении. Борис Кавкаста через себя. Удары выше ворот. А что исполнил сейчас Кирилл Ковындиков? Настоящий play beautiful. Но счета по-прежнему 2-1. За это очков не дают сейчас. В общем, футбола у нас очень много этой весной. Сейчас момент, и как же не попадает. Просто попади, доносится с тренерской скамейки. Отыгрывает назад. 5-й номер у Босна. Плохую реализацию моментов. Сегодня Александрин. Приходится вот так вот выносить мяч. 3 минуты от добавляет арбитра. Пока опасный момент. Удар по воротам. 3-1. Индиков. Вот теперь-то ставит точку в этом матче. Момента перевернуть игру у Орла были. Но сделать они этого не сумели.